Юрий, ну вот скажите мне, 22 игрока, 3 судьи, 1 мяч. Казалось бы, все просто. Откуда такой фантастический ажиотаж? Вот ради этой игры фанаты готовы на все. Перекрасить дом в цвета любимой команды? Запросто. Поменять свое имя на ее название? Не вопрос. Добираться автостопом за тысячи километров для того, чтобы попасть на матч? Нет проблем. Ну, Вика, что тебе сказать? Это футбол. Это футбол. Многие женщины в нем ничего не понимают и не хотят понимать. Но Гюнеш попробует разобраться. Гюнеш! Который живет.